И всем привет, друзья! И это рубрика «Рисунки по клеточкам». Сегодня я вам покажу мою тетрадку, которую я заполнил где-то около года назад. Вот, это пока первая часть. Еще будет три таких части. Это самая моя давняя тетрадка. Я ее рисовал год назад. Вот, я буду показывать тетрадки в порядке возрастания времени. Вот, мы будем затягивать и погнали. Первый рисунок — это у нас Спайк. Я, конечно, тут немного пролил воду. Рисовал я этого Спайка карандашами. Дальше у нас идет вот такой вот Леон по клеточкам. Классно получился, я его рисовал его фломастерами. Очень плохими, конечно же, фломастерами. У меня теперь хорошие есть. Вот. Это телевизор, я его рисовал на уроках, потому что нефиг делать было. Дальше у нас такая вот Харли Квинн. Круто, кстати, получилось. И вот такой вот Спайк. Маленький Спайк. Дальше у нас идет Iron Man, точнее, Железный Человек. И нянка, только я его не особо прикольно сделал. Дальше это опечатка. Дальше у нас идет такой вот Амогус. Это у меня опечатка. А вот у меня такой, как там его, ананас, вот, с канала Лайкард. Дальше у нас идет бургер. Я его сам рисовал, придумал. Дальше значок Пипи Пикселя. Дальше Человек Америка. Потом Among Us в стиле TikTok. Я даже подписал Among Us and TikTok. Вот. Ну, TikTok. Ну, такой, знаете, стиль глич. Дальше идет у нас мопс такой большой. Кстати, мой любимый рисунок практически в этой тетрадке. И, кстати, самый практически большой. Дальше у нас идет такая лисичка. Крутая. Я ее рисовал с передителя канала. Вот, потом у нас такой кавайный хот-дог, тоже рисовал с канала Пипи Пиксель, это недоделанное. Это у нас какой-то там челик из Гарри Поттера, я Гарри Поттер особо не смотрел, так что не знаю. Вот, потом у нас крипер из Майнкрафта, не знаю, почему я тут оставил место, можно было еще что-нибудь нарисовать. Дальше у нас кактус с канала Like Art. Тоже у нас такая вот... Как там ее? Авокадо, во. С канала Пипи Пиксель. Это опечатка. Дальше у нас самый-самый большой рисунок в моей тетрадке. Это такая Биби из Brawl Stars. Я ее рисовал с канала Пипи Пикселя. Дальше у нас идет вот такой вот наклейка, стикер Спраута из Brawl Stars. Я особо Brawl Stars не играю сейчас, я играл его в детстве, так что название персонажа не помню. Дальше у нас лягушка Пепе. Это, по-моему, да, символ канала Не буди, разбуди. Там, кстати, смотрю его до сих пор. Дальше такой кровавый телевизор, я его сам придумал, нарисовал. Дальше смайлик наушник, я его тоже придумал, сам нарисовал. Дальше опечатка. Зомби смайлик вот такой вот прикольный, я его тоже сам нарисовал. Значок KFC тоже сам нарисовал. Макдональдс сам рисовал. Это просто фон, я тестировал маркер. Новый. Дальше у нас идет кавайная как там, ножка от курицы, не знаю. Потом у нас идет Гейл, такой прикольный. Дальше Глок из КС-ки. Потом повар спрашивает повара. Но я его не доделал. Дальше Пикачу отпечатка была. Вот Блю мне очень нравится из Радужных друзей Rainbow Friends. Но я сейчас в Roblox не играю. Дальше Кавайная пицца из Додо пиццы. Кстати, хаву Додо пиццу. Дальше у нас такой котенок. Серенький в наушниках. Вот это, если что, у него глазки. Он, я его рисовал с канала Like Art.
Дальше у нас идет какой-то челик из Гарри Поттера. Кто знает, обязательно отпишитесь в комментах. Дальше у нас идет торговец Гео. Он немножко больше, чем обычный Гео, который там был. Вот. Потом дальше Халк идет. Челик из игры в кальмары. Я, кстати, полностью все части игры в кальмары пересмотрел. Потом цифра 1, 2, 3, 4. С канала LikeArt рисовал. Опечатка. Вот кавайная шоколадка. Я ее рисовал с канала Пипи Пиксель. Тут я не доделал. Тут надо было серым сделать. Но я так оставил. Это еще опечатка. Клубничка такая маленькая. Потом эти малина. Ой, черника. Дальше у нас идет компот с канала LikeArt. Крутой у меня, кстати, получился. Вот. Только у меня тут серьезная опечатка произошла. Но это ничего страшного. Тут у меня как будто бы он загружается, блин. Вот. Дальше у нас идет Нарутыч с канала LikeArt. Потом значок Ютуба. Фейсбук значок. Елочка новогодняя. Кстати, всех с Новым годом. И да, я живу в России, если что. Да, я снимаюсь на YouTube и живу в Украине. Это странно, если бы там я жил. Вот, дальше Симпсон. Вот такой вот классный у меня он получился. Дальше у нас звездочка такая. И еще одна. Сердечко. Дальше у нас клевер. Он мне не очень хорошо получился. Так. И вот такой вот узорчик. Потом морожка. И сердечко. Осьминог, носок. Бургер, сердечко. Это Гарри Поттер сам. Вот это значок Ютуба. Так. Вот значок Android. Потом кит. И лапа, но она вообще приятно получилась. Дальше самые-самые мои любимые рисунки. Это у нас какаши с канала Pixelanger. Вот, потом Наруто. Тоже с канала Pixelanger. И как там ее Сакура. Вот. Больше всего мне нравится какаши. А меньше всего мне нравится Сакура. Она мне неправильно получилась, потому что тут я немножко не доделал. Вот, дальше у нас идет Соник. Вот такой вот я рисовал с приложения какого-то. Вот этот вот. Как-то, не помню, короче, напишите в комментах. И вот такой вот Among Us убитый. Дальше сердечко разбитое. И ягода. Клубника. Вот. Дальше губы. Собака. С канала LikeArt. Потом яблоко вот такое вот идет. Это котик. Вот тут. Ну и дальше все. У меня дальше пустые листы. Я их обязательно заполню вместе с вами. Вот это, кстати, мой тег Зира. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то обязательно ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока.